Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать о такой компании, как Egrid. Это симбиоз HTML5 и блокчейн. Как мы видим по часам, что осталось меньше суток до завершения ICO, а это значит, после просмотра моего видео проходите по ссылкам вниз и присоединяйтесь к команде. Egrid – это первый в своем роде движок на основе HTML5, который также совмещает в себе технологию блокчейна. Сами авторы проекта своей целью заявляют привлечение более 200 тысяч разработчиков, а количество устройств сети дойдет, по их прогнозам, до 1 миллиарда. Итак, что же это за проект? Используя технологию Egrid, которая была создана с целью облегчения создания игр на HTML5, и подумав, что неплохо было бы объединить ее с блокчейном, была создана компания Egrid. Эта компания намеревается продвинуть создание веб-приложений на новый уровень. Итак, немного поговорим о преимуществах компании. Конечно же, это хороший механизм принятия решений. Механизм общедоступности блокчейна будет основан на согласовании и принятии решений консенсуса и будет призван оптимизировать процессы приложений на используемом языке программирования. Используя встроенный интерфейс платформы, разработчики и участники платформы смогут быстро создать и поддерживать приложения на основе блокчейна. Также это хорошая производительность. Сеть будет использовать механизм параллельные вычисления для оптимизации и ускорения процессов игровой индустрии. Она будет нападать высокой скоростью приема транзакций в секунду. Распределение монет. Далее вы видите полный отчет, сколько будет стоить. Вот как мы видим, один эфир равняется 64 тысячам эгридов. Дорожная карта. Как мы знаем, дорожная карта – это то, как планирует компания развивать себя в дальнейшем. Такой путь до 2020 года, у них все расписано, как вы видите, цели проставлены. Команда. Питер Хуанг – основатель, бывший предприниматель. Дирек Майнер – является соучредителем. Эдвин Чен, также основатель и генеральный директор. Иньма, эксперт по разработке инструментов. Рос Пшибыльский, разработчик персонального консультанта. Как мы видим, большое количество партнеров, большое количество СМИ, которые взаимодействуют. И на этом сайт кончается. Вернемся к началу, чтобы еще раз посмотреть, как же выглядит этот сайт. Итак, что бы хотелось сказать в заключение. Этот проект создала действительно крупнейшая компания, члены которой реально являются профессионалами. Это вы можете прочитать позже, я не стал на этом останавливаться. У каждого ее члена или советника более 10 лет работы в таких компаниях, как Qualcomm, eSports и другие. Компания ставит перед проектом задачу объединения двух самых передовых технологий – HTML5 и блокчейн. Таким образом, они планируют расширить рынок создания игр, при этом повысив качество продукции на нем.
перечисления технологий имеют новаторские решения в объединении друг с другом. Они смогут создать поистине передовой продукт. Веб-разработка постоянно развивается, чтобы удовлетворять потребности геймеров и иных клиентов. Точка платформы Игрита ставит цель сделать это возможным. Как вы понимаете, этот проект достоин, и все, что было мной сказано, этому подтверждение. Спасибо за то, что были со мной. Проходите по ссылкам в описании. Всего доброго!